Сначала нужно было натянуть холст на подрамник, потом проклеить, прогрунтовать, нанести имприматуру, подготовить палитру и, наконец, начать рисовать. Сначала контурная зарисовочка, потом начинаем общий цвет прописывать, немножко деталей и вуаля, готовая картина. Вы можете спросить, а почему я так часто рисую одни и те же сюжеты, одних и тех же людей? На самом деле все очень просто. Я просто нахожу в этом свое вдохновение. Это те люди, благодаря которым я просыпаюсь с утра, я повторяю свою мантру, я хожу на киртан. Порой это те люди, которые вытаскивают меня из депрессии, заставляют меня смеяться или даже плакать. Но так или иначе, это именно те люди, благодаря которым мое сердце начинает по-настоящему биться. На самом деле я написала несколько портретов Индрадьомы Свами Махараджа, потому что очень захотелось. Я вам скоро покажу.